Приветствую вас. Для начала, конечно, хочется спросить, кому именно вы обращались, что это были за люди, вот почему вы посчитали их мошенниками, то есть что они конкретно делали такого, ну что дает вам, вот, ну какое-то основание называть людей мошенниками, может быть, вы просто что-то не поняли, что-то не увидели, вот, что-то не уловили. Дальше. Жил с женой 6 лет, сейчас ушла от меня. Ушла из-за чего, Андрей? Из-за чего ушла? Это очень очевидно, что ну, просто так она, наверное, бы не ушла, тем более, что у вас есть дети. Значит, что-то произошло такое, что ее от вас отвратило. Вот. Если это так, если действительно что-то произошло такое, что ее от вас отвратило, соответственно, нужно с этим разбираться. Нужно делать анализ ваших отношений. Дальше. Очень сильно люблю их. Кого их, не очень понятно, наверное, вы имеете в виду детей, ну, жену и детей. Вы знаете, как это не парадоксально, но именно из-за того, что вы сильно любите их, может быть такое, что именно из-за этого вы и, собственно, ну, у вас ничего не получилось. То есть слишком сильно, может быть, вы их любите как раз. То есть именно из-за этого она ушла, из-за вашей любви чрезмерной. Потому что может быть, вполне такое может быть, что что-то в вашей любви делает вас чересчур зависимым от, допустим, нее. И эта зависимость на нее давит, эта зависимость ее гложет, эта зависимость ее беспокоит и так далее. Понимаете? Хотя понятно, что может быть все и не так, понятно, что могут быть и другие какие-то основания, безусловно. Но мне думается, вот пока что мне представляется, что ситуация может быть вполне себе вот такой. Дальше. Сильно люблю и хочу вернуть. Ну, если вы хотите вернуть, то сперва нужно понять, почему ушла. Если не понять, почему ушла, то и вернуть, соответственно, тоже вряд ли получится. Вот. А именно в силу того, что вы не очень, ну, вы не очень будете отдавать себе отчет в том, что вам нужно поменять, а поменять что-то нужно. По той простой, опять-таки, причине, да, что иначе она уйдет просто еще раз. Вот. Это такая штука. То есть она просто вот еще раз уйдет. Вот, к сожалению. В таком случае. И это будет для вас, ну, безусловно, болезненно. Очень. Вот. То есть, вот этот момент, этот аспект нужно обязательно проработать. То есть, во-первых, если вернуть, то для чего? Зачем? Почему? Почему я хочу вернуть ее, допустим, опять же, да,
почему мне так нужно. Что я вкладываю в свое, допустим, понятие любви, то есть что я вкладываю в свое чувство любви. Ну вот. И немаловажный аспект, это вот как раз момент, что не так, из-за чего она ушла. Вот. Дальше. Есть дети, иногда интересуются мной, пишут, как дела, но и беспокоятся. Бывает, обращался ко многим одним мошенникам, я готов ей простить все. Я не очень понял, о чем идет речь, когда вы говорите, что готовы простить ей все. То есть она ушла, вы имеете в виду простить, или что-то еще. Что значит, вы готовы ей простить? Что? Опять же момент. То есть вы либо уже простили все ей, либо не простили. То есть это не происходит так. Вот это не происходит так. Что как-то вот, знаете, по собственному желанию, как будто вот. Так это так вот не работает. Не работает. Это по собственному желанию, по собственному хотению. Захотел прости, захотел, не захотел, ну, не простил. Понимаете? Вот. То есть мне вот кажется, что этот момент, да, он очень, ну, очень важный для вас, опять же. Вот, в принципе, так, такой аспект. Вот, ну и то, что вы говорите про мошенников, да, вот то, что вы описываете, что вы обращались ко многим, что многие мошенники, вот, ну, это, на мой взгляд, нужно исследовать, да, то есть нужно исследовать, что именно вы понимаете под мошенниками, потому что у меня возникло такое ощущение, что, может быть, вы не совсем просто поняли, о ком идет речь вообще, то есть, ну, кому из специалистов вы значит, ну, обратились, кому из специалистов, и какую помощь вам они, вот, эти специалисты, да, должны были оказать. Вот. То есть это вот то, что я могу вам сказать, тут я могу ответить вам. Вот такой момент. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше, вот, значит, соответственно, я желаю вам всего самого доброго, удачи, вы обратились к психологам, соответственно, у психологов есть некая специфика работы, нам нужно с вами поговорить, сделать анализ отношений, да, это будет значит, какое-то время занимать, это будет что-то стоить, но тем не менее. Вот. В зависимости от того, кому вы обратитесь. Все. Всего вам самого доброго.